Меня зовут Полина. Я училась на Кио Мэно, в школе БАС. И нашла работу очень быстро. Через месяц я пошла. Сейчас я работаю уже 2 месяца. Сколько тебе было собеседований? 3. 3 собеседования, одно из них удачно. Да? Да. А как ты думаешь, что сработало в том правильном собеседовании? Я не знаю. Я много интервью пересмотрела, и многие говорили о том, что легкие интервью иногда бывают. И я думала, о, там повезло. И то же самое было со мной. Первое с рекрутером, второе с менеджером компании, а третье уже было техническое. Это интервью было самым веселым. Скажи, почему ты решила выбрать себе Кью Мэнуэлл? Потому что, мне кажется, это самое простое. Единственное, о чем я пожалела, это о том, что почему я не сделала это раньше. Как было очень сложно. Было сложно, потому что у меня было очень мало времени. Почему школа вас? Видела в Инстаграме Лама, мне стало интересно. Я поехала на эти ланчи в прошлом году. И пересмотрела все бесплатные уроки. И потом после эти ланчи мне очень понравилось. Как ты все учили? Классно, очень масштабно, сколько много людей.